Уборочная кампания 2019 стала успешной для механизатора Юрия Маковея. Впервые за время своей работы в хозяйстве мужчина намолотил более 1000 тонн зерна. Признается, в прошлом году планку осилить не удалось, а в этом удача ему улыбнулась. Для высокого результата пришлось трудиться с утра до позднего вечера. Старались, как только погода, сразу в бой, как говорится. Вот, чтобы хорошо быстрее закончить и урожай быстрее подобрать, хорошее, чтобы было. Без потерь, как говорится. Коллега Юрия Владимир Юшкевич в передовиках уже не первый год. Механизатор работы не боится и ставит перед собой высокие цели, которые успешно достигает. В этом сезоне его личный рекорд – 1043 тонны намолоченного зерна. Стремишься. Каждый день подсчитываешь свой результат. Вот. А когда пировалишь, уже все. Ну и заработок. Хочется заработать для семьи. Хозяйство «Пищевик Агро» первым завершило уборку поля в Бобруйском районе в сжатые сроки. Аграрии намолотили 2910 тонн зерна на площади в 910 гектаров. Работники урывали природы каждую погожую минутку между дождями. Постоянно были на чеку. Людей мы никуда не отпускали. Люди были всегда на месте. И чуть погода мы... Маневрировали технику с утра, например, у погоды мы убирали яровые, чуть-чуть там дождик прошел, или к вечеру мы уезжали на озимые, перегоняли технику. Сегодня в районе убрано 90% площадей, а это более 13 гектаров и 27 тысяч 800 тонн зерна. Завершить страду аграрии планируют до конца недели. Людмила Любимцева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.